наши юные герои успели вернуться с мыса Челюскин аккурат перед прибытием вертолета с журналистами. Да, мне казалось, медведь огромный. Я подхожу, а следы маленькие, то есть медвежонок шел. На ваше ощущение, угощайтесь. Это ежики. Я беру ежик сразу. Так. Пока исполнялся гимн, яркое солнце сменилось на сильнейшую метель, и вертолеты, сначала один, а затем и другой, приземлялись за нами, по сути, уже в нелетную погоду, лишь на высоком мастерстве полярных пилотов. Главное не остаться здесь! В дни, пока создавался этот фильм, в мире, подобно летней карте арктических льдов, стремительно менялся политический ландшафт. Мы старались об этом не думать в пути, не обсуждать подобных вопросов. Правильно ли это? Время покажет. Время, несомненно, даст нам новые слова и подарит новые смыслы, отправляя нас вновь и вновь штурмовать горизонт, чтобы в конечном счете возвращаться оттуда. С магнитиками. Новыми большими целями. От Москвы до самых дальних.